Кандидатки на пост директора сегодня волнуются не меньше, чем их ученики перед сдачей ЕНТ. И вот одна за другой претендентки порой дрожащим голосом отвечают на вопросы комиссии. За занятие должности директора 33-й школы борются сразу 4 кандидатки. Одна из них – Дана Ширбаева. Педагог уверена в своей победе, потому что прекрасно знает коллектив этого учебного заведения. Шымкент педагогикалық институт, да, тарих. Я окончила Шымкентский педагогический институт по специальности история и педагогика. В 33-й школе я преподавала историю, несколько лет проработала методистом. В одном из городских колледжей прошла лестницу от преподавателя до исполнительного директора. С 2014 года я работаю в 33-й школе заместителем директора по учебной части. Сейчас временно исполняю обязанности директора. Считаю, что нерешаемых и острых проблем в школе нет, а главное – систематизировать работу. Долгое время сменялась руководство, и поэтому средний балл учеников на ЕНТ снизился. А между тем, 33-ю школу не раз сотрясали различные скандалы. 5 лет назад, прямо во время занятий, именно в 33-й школе произошла вооруженная драка, в результате которой умер старшеклассник. А с последнего нашумевшего случая в этом учебном заведении и вовсе прошло менее полугода. В ноябре коллектив школы потребовал отставки нового директора. И до вчерашнего дня место руководителя оставалось вакантным. Стоит отметить, что именно госпожу Аширбаеву и выбрали в итоге новым директором школы. Несмотря на низкий балл выпускников на ЕНТ, он, говорят, снизился с 83 до 78, причем тоже из-за скандалов. В обязательные требования к кандидатам включены наличие высшего образования, приличный педагогический и руководящий стаж, а также знания в области законодательства. Нельзя сказать, что я усердно готовилась к конкурсу. Я имею достаточно большой педагогический стаж. К тому же 10 лет работала заместителем директора по учебной части в областной школе для одаренных детей Дарын. А затем 5 лет была там директором. В первую очередь нужно вести преподавание по современным методикам, которые бы соответствовали уровню 21 века. Директором 36-й школы комиссия выбрала Саулема Мытбаеву, занимавшую ранее должность заместителя директора по учебной части в 30-й школе. Айза Балтабаева, Мурат Адинаев, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, новостная служба телеканала ТВК.